Колонный напольный вентилятор с тремя режимами скорости, автоповоротом и таймером до 3 часов. В этом видео мы распакуем вентилятор Domfi, модель DCWF40T1. Вместе с устройством охлаждения в комплектацию входят подставка, винты, инструкция и гарантийный талон. В отличие от лопастных вентиляторов, эта модель в форме колонны не занимает много места и выглядит очень современно. Вентилятор оснащен защитными сетками с мелкими ячейками, поэтому доступ к вращающимся деталям исключен. Размеры прибора 102 см в высоту и 30 см в диаметре. Сверху расположена простая панель управления с двумя регуляторами. Один из них используется для включения, отключения и выбора скорости обдува с вращением корпуса или без него, а второй для установки таймера. Всего предусмотрено 3 скорости работы – низкая, средняя и высокая. Также модель предлагает 6 вариантов времени для установки таймера на отключение – 30, 60, 90, 120, 150 и 180 минут. В поворотном режиме вентилятор будет вращаться, оптимально распределяя охлаждающий поток воздуха по всему помещению. Напольный вентилятор Domfi DCWF40T1 станет хорошим решением для дома или офиса. Прибор имеет 3 скорости работы, поворотный режим и таймер, а главное, он не займет много места благодаря форме колонны и компактным размерам. К тому же у него простое управление, с которым справится даже ребенок или пожилой человек.